хочется. Не хочется покидать эту игру. Так. И все-таки да, это у меня под окном машина сигнализации. Я-то все думаю, что это может у меня в городе тут постоянно гудит. А это вот прямо там какой-то гад в машину пинает. Постоянно у себя под окном. На сигнализацию поставил и пинает ее. Так, вот все-таки я так и не понял, как убирать муниципальное здание. Я тоже не понял. И... Его можно просто стереть с лица земли, но не... Это печально. Это будет, это очень печально. Учащихся в классе 150 и 150. А, тебе построю верхние этажи, чтобы можно было учиться. Да блин, я вот думаю, может просто его правда снести. Так. Нельзя сносить главное здание в режиме редактирования. А, ну, блин. Тогда не в режиме редактирования, вот так вот делаем. Так, следующие здания будут разрушены. Начальная школа, да. Все, деньги в кубе. А, ты там что-то посносил? Да, я снес. Теперь у меня нету, нету просто... О, все, началась потребность в воде. Ой-ой-ой, слушай, у меня аж башка начинает разрываться, как это все тут начинается. Тут. Так. Что еще вам разнести тут надо? Ага. Ну, блин, у меня деньги отсутствуют, и на некоторые вот моменты просто не хватает. И приходится ждать. Ну, а потом они просто резко приходят. Вот сейчас мне просто резко пришло. Я ж тебе предлагал тоже денежку. Не-не-не-не-не-не. Само. Само, само, я сам. Так. Вот можно, конечно, проспект с высокой плотностью, проспект с средней, ну да. И как присоединить вот такой проспект к такой дороге? Вопрос остается актуальным, потому что я хочу это сделать. А мне нужно улучшить слишком много дорог. К существующему проспекту. А как иначе, твоё-моё? О, у меня уже модернизировался снова этот. У меня уже снова City Hall 3 уровня, прикинь. Уже больше 15 тысяч граждан. Ты улучшаешь свой City Hall? Ты знаешь об этом, что его надо улучшать? Да ты чё? А, во-во-во, подожди-ка секунду. Ты не, это... два раза, если ты больше 15 тысяч. Ну это у меня, да, это я могу. Это я могу. Мне нужно просто здесь кое-что сделать, и это у меня пока отвратно получается. А, блин, я как так построил-то? Что это такое? Как его теперь свести-то, блин, с основной дорогой? Сейчас ураган вызову и снесу нафиг эту дорогу такую. А нельзя вызвать. Жаль. Нет, не жаль. Там мусорщик. Вараган пережить. Вараган. Ураган. Ураган пережить просто надо, по-моему. Так. Скорость игры у меня весьма такая нормальная. Так, что мы можем как-нибудь это все присоединить? Возможно, это у меня с самой проблемой. Дорога, блин, тут проблемная, в общем. Что если... Но мне не скажу, что у меня прям такие все недовольные люди. Мне вроде все довольные. Ну, вот это разнесем. Ой, что такое? Ой-ой-ой, ой, как неприятно. Чё? Кто-то там сломал. Кому-то что-то сломал. А тебя сломаю, придурок. Вот кто-то там сломал. Так, это... Да я здания кое-какие посносил. Ну, не спецом, конечно, там вынужденная мера была. Что если... Я просто все пытаюсь здесь... Ой, да что это я? Я что, правда такая штука, что ли, прикольная? А где у меня... Как там уголь смотреть, что я все вспомнил? Так, ну, ладно, вот так вот сделали. А здесь и вот так. Все, вот. А нельзя было сразу так сделать, не спрашивается, а? Ну все, нормально. Теперь мне нужна школа. Что-то люди уметь не хотят вообще. Бурилку. Уметь? Да, уметь не хотят, видишь, они у меня школу вообще не требуют, несмотря на то, что нет ни одной школы. У меня тоже нет ни одной школы вообще никакой. Учиться вообще. А хотя надо. Ну, по крайней мере, я целью задался, что у меня будет остановка школьного автобуса. А что еще, и остановки школьного автобуса нужно быть? Эй! Там вообще, по сути, нужно, знаешь, еще построить что? Общественный транспорт. Но я до сих пор его не построил. А я построил. Общественный транспорт. Так. О, у тебя с водой проблемы, по-моему. Ох ты, нифига, вот это максимально так, не максимально повысило. Ой, по-моему, мне нужно построить эти районы, как их,
Оранжевый, короче. И вот сюда. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Ну прям все. Куда деться? И вот сюда. И еще, по-моему, будет неплохо поставить вот сюда. Дин-дин-дин-дин. Все, отлично. Неплохо. Так, а что тут еще есть из всего такого? Все, я понастроил, думаю, им теперь хватит. Оп. Потому что прям требовалось. Прикинь, мне написало, что мои жители едут к тебе работать. Я такой, what the fuck? Ха! У меня что-то почему-то постоянно что-то происходит у тебя, связанное с моим городом. У меня почему-то ничего такого особо не выскакивает. У тебя, Стой. Чувак, все нормально. К тебе уезжают преступники, ко мне приезжают люди работать и жить. Нет, у меня уже проблема с преступниками решена, потому что я построил себе очень много полиции, и теперь мой город снова нормально живет. Это так. Восхитительно. Восхитительно! Так, это мы построим. Зачем повышать налог? Вот прикинь, реально ни разу не прикоснулся по мере всего вот за все игры, вот ни разу налоги не повышал, не понижал, вот как они были на стандартном. Не знаю, я так не могу, мне нужно было. Видать, что-то, видать, я какой-то вообще ненормальный. Да, ты вообще. Так, и вот сюда, что еще? Лимит достигнут. Что это вообще было-то? Кабинеты на верхнем этаже. Ну, по нижнему пусть бегают. То люди с лестниц падают обычно. Все, так. Ага. Так, мне кажется, пора. Да, потому что мне уже пора, короче, строить новую энергостанцию. Не хватает некоторым, короче, энергии. Угу. А у меня, кстати, с водой проблемы. Вот что я... построю еще водонапорные башни. Напомнил ты мне прям. Так, Министерство коммунальных служб в регионе. А как его построить? А там в этом надо, короче, открываешь Town Hall. А, точно, точно. Блин, улучшаешь его и там его строишь. У меня люди от жажды умирают просто-напросто. А где мой Town Hall-то? Я его потерял. Там надо построить этот, как его. Ох, нифига! У меня тут народ просто, блин, митингует. Да-да-да-да, я знаю. Потому что у меня тоже такое митингов много. Тебе скажут там, не знаю, типа полицию. Насчет чего они митингуют? Ой, не знаю насчет чего, но я тут наконец-то модернизировал. Так, люди протестуют. Высокая арендная плата. Видишь, тебе сносить надо что-то. Мне, по-моему, митингов нет никаких. Еще раз модернизировал. Митингов нету. Так. 24, так, высокая арендная плата, то есть надо, ну хотя, да, в принципе, есть смысл. У меня арендная плата маленькая, но зато арендная плата этих магазинов и других, 14%, там 10, короче, вот так. Дом мэра, прикинь, он можно бесплатный, поставить. Поэтому построю его. Надо только потом посмотреть, куда его ставить. Так, арендная плата, это не налог, да, насколько я могу судить? Я не знаю. Ну, короче, я налоги повысил. Чуть-чуть совсем. И они вот как стоят, у меня 6200 в час. Плюс еще моя эта шахта, да, добывает. Обалдеть, коммунальные службы. У-у-у, какая штука прикольная, а? Блин, как я обожаю эту игру, а? Обалдеть. Мне за экспорт, прикинь, мне за экспорт десятки, там 10 чего-то, дают по 4423. То есть склады есть смысл строить. У меня уже 46 тысяч, прикинь, я не знаю, куда их девать. Министерство безопасности. Вот а так. Хотя нет, я знаю, куда их девать. Весьма символично поставил безопасность, то есть так в виде забора, как, знаете, мой дом, моя крепость, все дела. Не одобрено. Я не могу пока еще построить. Но я самое главное построил, вот коммунальные и безопасность. Как по мне, это вообще самое главное. Хорошо, так. Блин, не успеваешь справляться со всем. Совсем. А прикинь, чувак, как вообще будет дальше? Когда город станет просто огромным. Это, конечно, вообще. Так, надо что-то делать с водой. А, вот, все, водонасосная станция. Наконец-то. Ай. Вы че? А, еще и остановки надо где-то ставить? Ё-моё. А, да! Ты же мне про автобусный сам залечивал. Я даже... Ну, ладно, сейчас сделаем. Так, я надеюсь, что... А, все, вот, построил. Рядом с водой, собственно, как и положено. Модернизировать можно. У меня просто, знаешь, у меня реально столько денег, что я могу позволить себе любое сейчас здание поставить, его модернизировать по максимуму.
А, у меня нет, у меня еще такого нету. Нельзя размещать на воде. Нельзя вообще размещать. Так вы что себе позволяете, товарищ? Бам. Я сейчас, короче, понаставил здесь остановок. Бам. Окей. И вот так. В центре надо побольше остановок И вот. поставить. И вот так, так, нет. Блин, ну сейчас-то с водой это все по-любому должно быть нормально. Так, фильтр. О! Фильтр! Фильтр, я не А, знаю. точно, 44 тысячи. Вот я для чего деньги копил. Для фильтра? Я для этого копил. Там есть одна штука, короче, офигенная. Она находится, короче, знаешь, канализация, и там завод по переработке сточных вод. И Так, вот. ну что, я-то вроде, ну блин, ну должна же вода уже более-менее по трубе. Во-во-во, кажется, пошла, пошла. Пошла, пошла! Отлично! Родная, вон, смотрите, вот эта вот голубенькая такая. Классно вот это сделано, что можно прям смотреть. А, мне тоже. Кстати, Мяу. нужна вода. Постройте воду. Прям вообще там качает, качает, насасывает просто по трубам. Сейчас люди будут вообще пить довольны. Красота. Все, не зря потратил столько денежек на модель. Блин, все. Осталось теперь с электроэнергией порешать. Вот что-что, с ней это по-любому сейчас будет проблема. Тут у нас А там вообще... поставить, не знаю, еще что-нибудь поставь и Атомная решай. электростанция. Вот, кстати, по поводу атомных электростанций. Многие думают, что она радиоактивная. То есть, если ее ставить, то будет радиация, да? Нет, ее не будет. Когда снесут ее, тогда будет радиация. Да. То есть, когда там землетрясение будет, или же, не знаю, этот Годзилла наступит на нее, то все. Да, так что по сути мирный атом, он безвреден. Можно даже сказать, что это экологически чистая станция. Вот. И что еще хочется заметить, тот дым, который идет из труб, он это пар, водный пар. На самом деле. То есть, реально, это не какое-то там, знаешь, что-то сжигают и что-то подобное. Это реально вода, испарение. То есть, по сути, вся станция это одна большая система охлаждения. А вот эти все атомные, ну как они, стержни, они просто настолько накаливаются, что вот их нужно остужать. И обычно как раз атомные станции находятся рядом с водой, рекой и так далее. Но У вот у меня меня... есть река, а у тебя нет реки, по-моему. А у меня сейчас, короче, беда пошла все-таки с электричеством и... У тебя Да. такой крутой город, блин, он так издалека офигенно смотрится. О, я могу сейчас построить. Сейчас вот эту штуку. Так, по-моему, мне кажется, надо пожарное побольше построить. Наконец-то я могу снести свою ветряную электростанцию. Просто оставить без света весь город на несколько секунд и поставить солнечную, наверное. А солнечная все равно вообще, что не говори. Ну да, ты чё? Блин, мне не хватает, прикинь, 10 тысяч. Ой-ой. И 10 чтобы тысяч? построить завод на этот завод по переработке сточных вод. Вот сейчас мне должно прийти и просто отлично все будет. Но ты видишь, если передашь, то она у меня в пробке застрянет и все. У меня пробки здесь, на главной дороге. У меня даже менты выйти не могут толком. У меня постоянно какие-то эти из-за того, что, как его, не успевает полиция обработать заказы, короче. 63. Прикинь, каких-то 907 миллионов не хватило, чтобы построить сточную станцию. Да, бывают такие ситуации. Так, ну блин, ага, все, вроде более-менее пошло снабжение. Ну, сейчас посмотрим, что у нас там выработка 80, и здесь 140. А, ой, что это? А, это деньги. Так, а тут у нас 3 и 8 МВ в часы пика. Ну, должно сейчас все-таки быть лучше. Но вот у меня вот здесь самый проблемный район, там вообще электричества нет. Но вроде нет, все-таки идет подкачка. Блин, вроде как идет. Ну, не знаю, ну вроде сейчас еще деньги появились, сейчас попробую апгрейдить. У меня, короче, такая интересная ситуация. У меня тут был Что там? кружок, и там была жилая зона. Но
так как в итоге надо было развивать индустриальный район, вокруг этого маленького кружка с жилыми районами образовалась галимая индустрия. Но в центре этого райончика индустриального там были парки для детей. И сейчас там просто, я туда кликаю, там дети веселятся, а вокруг просто заводы всякие. Знаешь, это как, не знаю. О, как весело, да? Оно как весело вообще. Так, смотри-ка, у меня наоборот, у меня какая-то критическая ситуация. Так, вот здесь есть, не хватает 7. То есть мне нужно вообще еще раз все-таки модернизировать. Окей. Я думаю, это будет несложно. А, все-таки солнечные батареи не смогу поставить. Так, ой. Ну, давайте, закрыто, прием на работу. Быстрее принимайте, у меня говно в трубах стоит. А, все нормально. У каждого свои реально там тараканы. Так, блин, вот печально. Я не понимаю, почему нельзя здание переносить. Ну, как бы, конечно, это очевидно, что нельзя тупо брать и здание переносить. Это тупо, поэтому нельзя нужно... просто так взять и перенести здание. Хотя все равно какие-то элементы можно было перенести. Так, ладно, я кое-что сейчас придумаю. Где там у меня школа? Эх, мне опять 300 симолеонов не хватает, чтобы пожарку построить. Мэр, чтобы отстой! 500 горожан в день жалуются на грязную воду. Что вам не нравится? Вообще... Еще, блин! Еще как... Возьму туда еще. Ти-вирус подсыплю вам в воду и будете радоваться. Кстати, вот, ты, наверное, не знал, но здесь есть все-таки зомби. А, ну да, я знал. Но я не знаю, как это может произойти, вообще без понятия. А, я, кажется, знаю, как это может произойти, но для этого все-таки, да, я правильную направленность выбрал в развитии города. Так, секунду, я вот чего не понимаю, почему грязная вода? А, грязная вода, потому что, да, а что, сейчас придумаем. Сейчас спокойно люди, сейчас мои дети. Сейчас все будет. Правда, вот бабла-то уже все-таки, да, поджимает, блин. А у меня уже наоборот все легче и легче с баблом. Я просто выбрал неправильное расположение электронной базы, этой электростанции, потому что почему-то вот здесь этот хайграунд, он так мешает строительству, что мама не горюй. И я не могу тупо расширяться из-за того, что у меня удачное место. Блин, может еще одну тогда построить? Мне нужно сейчас как можно больше бабла. Нужно больше бабла! Ну ладно, давайте. Получать 15 тысяч общего дохода в час. Так. Офигеть, ладно, я повышаю налоги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как бы мне это все дело... Аккуратненько. Уровень загрязнения воздуха повышается. А, нет, на коммерцию надо понизить, потому что у них там совсем плохо. А как можно землю выровнять? Вот это нет, нельзя. Вот как есть, так оно и есть. Ну, так. Ну ладно. Собственно, думаю, именно как-то вот тут вот. Вот так вот и поставлю. Нам, знаешь, надо будет как-то развиться хотя бы в разные стороны. У меня будет обучение, то есть у меня, я собираюсь там школы вот эти все ставить, университеты, интеллектуальную сторону буду развивать. Сейчас, подожди, я тебе скажу, в чем я имею в виду. Здесь есть университет с политехническими институтом в регионе, аэропорт, но это хрень, это не то, с инженерным уклоном. Вот какой ты из двух выбираешь, инженерный или же политехнический? Да, наверное, все-таки политех. Интересно, за что он отвечает? За культуру, наверное. Потому что там будет один проект. Ну ладно, там разберусь. Мне сначала сейчас нужно с этим разобраться. Во! Во-во-во, кажется, электричество пошло. Дольше тупил. Пошла, родимая. Угу, все, снабжение поперло. Осталось разобраться с чистой водой. Да вы бросьте, что вам еще до сих пор нужно индустриальные районы ставить? Да вы, блин, меня из города... Они прям потребовали вот сейчас. Чувак, нам нужны места. А, нет, высокие налоги, он сказал. Ну ладно, я и места наставил. Так, и вот, в принципе, вот этот всю вот эту территорию можно потом переоборудовать. Тут немножко жилой у меня есть. А здесь у меня коммерческий вообще. Тут вообще жилой район, там первые поселенцы. Оу. Ну да,
собственно, Таймс-сквер отдыхает там. Нет, не отдыхает. 32. Подожди, я забыл совсем про... Вот это мне не нужно. Загрязнение воды. Так, водонасосная станция. А, вот, да, можно. Так, фильтр. Расширять можно. 60 тысяч надо. Ну ладно, ждем 60 тысяч. Я уже себе построил ее. Ну, у меня упор на другие вещи, видать, в этот момент был. У меня вот электричество, потребление электричества прям просилось. Не, у меня с электричеством все в порядке. Все, заброшенных домов нормально. Я сейчас, наверное, школу построю. Я так думаю. Уровень загрязнения воздуха повыше. Ну-ка. А если по правде? Ну-ка. Где? Пока. Интересно, какой баланс нужно? Ой. Мне действительно, с одной стороны, вот просто с... Где вот электрическая станция стоит, там просто такая жесть идет. Мне это, знаешь, мем типа «Да ладно!». Я сейчас смотрю просто консультанта по воде, если его так можно назвать. Вот реально, я на него так краем глазом взглянул, мне показалось, что там реально этот мем типа «Да ладно!». Мы хотим поставить фильтр для воды. Да ладно. Знаешь, что? Мне вот сейчас, короче, я как бы развит в такой, короче, разрываюсь. Или же сейчас мне поставить солнечную электростанцию, но там она вырабатывает 8 мВт в час, но моя электростанция вырабатывает 75 мВт в час. Нифига, это что там за станция такая? Ну вот такая вот у меня. Ты ее, наверное... Вру, она у меня 150 ватт вырабатывает в данный момент. Фига. Но она у меня просто дикое загрязнение несет. Так, у меня там жалобы на охрану порядка, к сожалению, начались. Я быстрее, наверное, накоплю на атомную станцию, чем как-то улучшу свою эту солнечную. Ух ты ж, блин. У меня тут водонасосная станция. Ой! Да ладно! Чё? Какая я чё, не-не-не-не-не, я не могу теперь, допустим, модернизировать, потому что у меня тут места нет. Что вы, блин, как тогда это сделать-то? Заброшенные здания 10, вон, заброшенных зданий 10, это что это такое? Что это, как это называется? Рядом с мэрией никто жить не хочет, что ли? Там самая дорогая... Не, у меня вообще там жесть. Ого! Жилые здания брошенные. Это мне не нравится. Это признак того, что люди уезжают. Или переезжают на другую зону. Ладно. Или в так. Другой город. Да. Так-то, в принципе, есть на что жаловаться. Так вот, я не могу все-таки модернизировать своего... Блин, обалдеть, тут загрязнение. Какашка. И там он какашка. Мне, короче, что написали? Убийцы из Гранд-Сити на свободе. Ты да, своих там? У меня там, конечно, вообще. Я, блин, просто настроил нафиг ненужных. Блин, надо, короче, переделывать водонасоску. Вот это. У меня уже завод по переработке сточных вод. Его ставь, он вообще справляется супер. Только там надо будет ставить сверху еще эти баки, которые стоят 40 тысяч один бак. Так, водонасосная станция. Хорошо. Так, поставлю ее прям вот так же, как и стояла. Просто по-другому промодернизирую. Хотя, возможно, есть смысл поставить ее немножко по-другому. Как думаешь, мне вот сейчас попросили, типа, сооруди-ка нам полицейский участок. Делать нет? Так делай, конечно. Вот мне сейчас тоже надо этим будет заняться, но вот у меня пока проблема с водой. Я его прямо сейчас могу соорудить, у меня уже 95 тысяч. Или же копить на этот атомный завод просто. О, я прям вижу, как преступник едет к себе домой. Да ты чё? Ой, он на грабеж ехал. Фига себе. И почему уехал с моего города к тебе? Вот вопрос. Почему он ворует в своем городе, не в моем, да такой? Да-да-да. Воруй в моем городе, мать ты. Ладно. Так, блин, у меня только что опять потребность в воде была. Тебе вообще пить хотят люди, ё? Повыше надо, потому что я удалил старую базу, модернизированную, водонасосную.
станцию. И сейчас мне надо будет ее переделывать. Тем временем у меня проблемы с преступностью. Что там мне говорят? Мы не будем мириться с преступностью в этом городе. Может, стоит добавить стоянку для патрульных машин или даже еще одно отделение полиции? Да вот нифига. Меня попросили. Да нифига себе. Да, вот потребность в деньгах появилась. А я там все тебе, да, умную денежку предлагал. Да-да-да. Видишь, я отказался как. Ага. Хитро. Я знал, что у тебя такое будет. Оу. Так, ладно, построил патрульные машины, но у меня все равно нужда в воде сейчас будет. Ой-ой-ой, какая жесть. Так, сколько мне нужно будет денег? 30. Пипец! Я, короче, прикинь... А, вот только сейчас понял, как сильно это мне по карману-то ударило. Все деньги, которые я добыл... 30 на 4, это 12 тысяч, плюс еще сама станция. Короче, я около 150 тысяч просто сейчас удалил. Чисто потому, что модернизировать не позволила геодата. Ага-га. Вот это гон. Вот это просто недалекий Вася оказался я. Ладно. Ладно, так. Ладно, но, по крайней мере, на полицию теперь поменьше будут жаловаться. Я, короче, все-таки решил пожарную построить, потому что пожарная как-то, мне кажется, все-таки поважнее будет, чем полиция. Так, что это за здание? Что вам там не нравится? Нам стоит уехать подальше от преступного мира. Что тут еще? Криминальная обстановка нас разгоряет, разгорчает, разбегает. Не дочитал просто-напросто. Так. А, разоряет, господи. Так. Строительство. Так, нас бесит отсутствие канализации. Нас бесит. Ну так иди на реку. Всё. Там строй себе хибару и живи, чё-то. Немедленно покидаем этот город полон смертей. Ну блин, кто-то до сих пор ещё на смертность жалуется. Прикинь, у тебя просто вообще город почему-то... Я офейс. Не, у меня город вот в том-то и дело нормальный. Тут просто единицы, реально единицы недовольные. Вот в круге жилого района там три недовольных. Один вот на смертный жаловался, сейчас еще одного нажму. Денег нет, уезжаем. Так, что тут? И немедленно покидаем. А, город смертей. Да. Один на деньги жаловался, другой на... Ну и два на смертность. Остальные довольны. Что тут? Здесь есть отличные магазины. А магазины, ну на магазины вообще радуют, не надо там безопасность, не нужно образование, магазины давай, шопинг люди обожают походу. Мороженку покупать любят, ну вот, вот все люди такие, поржать и это, пожрать. Криминальная обстановка нас разоряет. Преступный мир. Ага, это вот это здание. Офигеть, а как они тут живут? Это же галимая, блин, я не знаю. Стимпанк атмосфера. Вот этот круг. Чувак, я прям вижу, как этот движется. Знаешь, облака такие черные. Где? С моего города? У меня в городе. Ага. Так, я тут что-то просто стою на месте, мне надо повышать. У тебя там солнечные батареи. А, ты вон! Я понятно, ты же отказался от этих, как его, да? От мельниц, от... Ну. Ты от угольной шахты отказался. А у меня ее и не было с самого начала, помнишь? А у меня она была, поэтому, видишь, у меня прям вообще, ну никак.